Сегодня исполнилось ровно 40 дней со дня смерти. Я думаю, что большого певца, композитора, патриота Донской земли, любимца всех жителей Дона Константина Ундрова. И сегодня в кафе «Музей Советский» собрались те люди, которые его хорошо знали, которые работали вместе с ними. Кто-то помогал ему, кто-то был просто другом, наслаждался его творчеством. И я думаю, что сегодня мы сделаем хороший репортаж, посвященный его памяти, посвященный его хорошей, к сожалению, короткой жизни. Распахнулась душа и забилось сердце сильней. Девчонка ведь тогда была, ну так хороша, что до сих пор мы помним о ней. А если мы взлетим с тобой над береговой, нас Вовка поощрит, видит Бог. Ах, как же не летали мы давненько с тобой. А это не порядок, слышь, Лёх. Вот видишь, Лёха, не так уж плохо, что жизнь бежит теперь быстрее. Представьтесь, пожалуйста. Хмызов Александр Григорьевич, давний друг Константина Ундрова, аранжировщик его песен. И мы дружили 15 лет. К сожалению, приходится говорить уже в прошедшем времени. И, конечно, то, что Константина так рано не стало с нами, это большая потеря для всех музыкантов, да и для всех ростовчан. Ну, жители Дона. Да, жители Дона. Собственно говоря, познакомились мы с ним в Ростове. Подожди, Саша. Ты выпускник какой консерватории? Нашей, вот, Рахманинова. Ростовской, да. Которую пытались разгромить недавно. Да, недавно пытались. Но не получилось. Дай Бог. Казаки не сдаются. Не сдаются. Вот. Ну, все-таки Костя был жизнерадостным, веселым человеком. Да. Последние 40 дней мы собрались все здесь. Но, и был глубоко верующим. Глубоко верующим. Да, это... Что ты еще бы отметил, Живочек? Ты его близко, один из тех людей, которые действительно по-настоящему близко его знают. Что бы отметил? Ну, во-первых, этот человек был неординарного ума и способностей. Мало кто знает, что он, когда была война в Югославии, он пошел пулеметчиком туда и с казаками, с отрядом казаков там воевал за наших братьев-сербов. Это действительно факт из его биографии. Вот. Ну, единственное, что, конечно, я говорил в последнее время, что все-таки нужно было ему свое творчество развивать на Дону. Потому что он, кроме того, что верующий, он еще и патриот. Это, как это ни звучит пафосно, он действительно патриот своей родины, патриот Тихого Дона. Вот. И много песен написано о нашей сторонке, о моряках, о рыбаках. Много раз мы с ним выступали. Ну, мы будем еще слушать песни. Да, конечно, споешь, конечно, я спою. А теперь, да, у меня такой вопрос, на который, наверное, только ты можешь ответить. Ты писал ему аранжировки. Да, да. Как этот процесс происходил? Он стоял у тебя над душой. Как это все? Это был интересный вопрос, очень интересный, действительно. Когда я писал один, претензий не было. То есть материал сдавался, и уже в Москве там его сводили, делали. Но если он находился в этот момент в Ростове, это была катастрофа. Ну, автор есть автор. Вот он, я напишу, вот он послушает, нормально. А давай вот здесь вот так сделаем. Так, я переделываю. Потом он послушал. Не, давай назад вернем назад. А вот здесь вот надо вот так. Так что мы, конечно, это были конфликты, скажем, творческие, творческие, без всякой злобы, да, 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 или обиды. Очень жаль, конечно, мне.
что он ушел из жизни так рано. Ну, Саш, ты продолжаешь писать аранжировки уже для новых Ундеровых. Но... Если в поле твоего зрения кто-либо вот такой талантливый, как он, или пока не попадался? Ну, собственно говоря, вот если прослушать тот материал, который там... Мы же встречаемся с музыкантами. Вот, но есть, конечно, люди, которые продолжают эту тему. Вот, например, Камиль. Бекенин, да? Да, да, Камиль. У него очень хорошие песни, тоже о Доне, о Ростове, о любви. Вот. Так еще, в принципе, я бы больше никого Будем надеяться. На этой нормальной ноте мы... Будем надеяться. Пока прекращаем с тобой разговаривать. Да, да, да. Будем тебя же снимать. Спасибо. На большой сцене. Спасибо. Кафе вот это. Как тебе нравится? Советский. Очень, очень. Это молодость наша. Это наша молодость, да. И диван, на котором ты... И потрясающий с лупой телевизор. Да. А тут же вода внутри в этой лупе. Дистиллированная. Дистиллированная. Спирт, ну ладно. Ты уже. И Костя Лондров тут у нас найдет. Да, Константин. Хорошо, Саша. Все, спасибо вам, спасибо. Я после его смерти, когда услышал об этом, что-то так родилось в голове. Я написал песню памяти Кости. Сейчас хочу ее спеть вам. Наступит день, и я от вас уйду. Уйду туда, где горя нет и боли. Закончив век своей земною доли, к ногам Господним тихо припаду. Там встречу я и близких, и друзей, кого последний путь мы проводили, но мы о них ни разу не забыли. И этой встречи я смиренно жду. Прости, о Боже, все мои грехи. А кто из нас не грешен, я не знаю. И про себя я тихо напеваю ту песню под названием «Let it be». Не каю я, ни шут и ни чудак. Для вас я пел, чтоб веселы вы были. И пусть мое имя позабыли. Простите, если так. Прости, о Боже, все мои грехи. Кто из нас не грешен, я не знаю. И про себя я тихо напеваю ту песню под названием «Let it be». Проходят годы тихо, не спеша. Сыграл с судьбой я в русскую эту. Я никогда не плакался в жилетку, пока еще жива моя душа. И обо мне не стоит горевать, когда уйду. Вы за меня по полной поднимите, и я, как прежде, к вам приду опять. Вы за меня.
как прежде, вам приду опять. Представьте. Бойко Анатолий Федорович, друг Константина. Наша с ним дружба проявилась в трех дисках, написанных совместно с ними. Ну, то есть я и финансировал, конечно, Костя писал музыку и слова. А честно говоря, произошло... Одну секунду. Значит, я попрошу несколько секунд паузу такую, чтобы в историю вошел человек, который финансирует музыканта. Это невероятная редкость, как мы это знаем. Пожалуйста. Значит, мы так случилось, что в определенном году Костя, когда вот вышла эта песня его знаменитая, да, «Левый берег Дона», и мы хотели пригласить ее на День рыбака. Пригласили на День рыбака, это... То есть вы как-то были связаны с рыбным хозяйством, да? Ну и сейчас связан. Я работаю в самое крупное рыболовецкое хозяйство Ростовской области. Как она называется? Знаменитый какой-то ресторан советский, да, где мы присутствуем. Да. Так и называется «Социалистический путь». Громким названием, да, на сегодняшний день. И нас тогда связывали вот узы такого вот праздника, которым пригласили мы Константина. Первый раз, когда он посетил наше хозяйство, эта дружба произошла, и потом совместная с ними дружба выразилась в несколько дисков. То есть это диск «Шторм», «30 лет российского флота» и «Матросская песня о дяде Толе». Это последний диск, с ним, который я профинансировал, а он написал в этом вопросе. Но самое главное, что я был на похоронах Костины, да, и сегодня как бы с грустью вспоминать о том, что этого человека, выдающегося, человека, который написал очень много песен, я думаю, что за последнее время по статистике песен за Дон и за Донской край написано им, наверное, было самое больше, чем кем-нибудь другим. Хотя человек, вроде говорит, он не с Дона, да, но все-таки, да, но для славы Дона сделал очень много на сегодняшний день. И честно, я всегда гордился дружбой с Константином о том, что, то есть эти песни звучали от Дони. На паре той же вот такой какой-то возобновления и, будем так, смены власти от коммунистов, мы пришли к свободной такой общению, свободным песням, свободным записям. Я помню первую песню, когда мы предоставили начальнику контрразведки Черноморского флота Черноморский этот вальс, я думал, что нас где-то посадят с Костей. Я говорю, Костя, наверное, надо запрещать его. И кто-то услышит, что где вы сдебрили дедушку Крым и потеряли Черноморский флот. Но нас посадят. Мы тихо, потом еще только тихо подпевали на гитару. Потом она вырезала все такое. Но я хочу сказать о том, что все-таки мы, когда Константина хоронили, да, вопрос, мы даже не понимали, что этого человека просто он исчез. А почему, не помню. Мы сегодня не можем сказать, что человека с нами рядом его нет. По одной простой причине, что то, что он сделал, то, что он написал, то, что он спел, она будет вечна. И бывает, человек просто выходит в историю, да, остается в памяти, а тот человек, который пишет стихи, делает историю, он остается на века в песнях своих, в стихах и во всем. И мне, конечно, сегодня хочется сказать, что жалко, что такие люди, творческие люди, уходят. На сегодняшний день сравнить те песни, которые сегодня пишутся такими авторами нынешними, да, и не проявляет ни дух, ни патриотизм. А этот человек делал все, чтобы проявлять и ценить Дон, дружбу. А самое главное, чтобы эти песни прозвучали о том крае, где он здесь, жил. И жил душой и всем остальным. Много прошло, много времени, больше 20 лет. Но самое главное в том, что жалко этого певца и композитора. Пускай ему будет, конечно, там земля будет пухом. Ну и в том, что сегодня, что мы сегодня собираемся, сегодня его чтим. Наверное, есть частица того духа, что мы на сегодняшний день гордимся, что он был нашим товарищем, нашим другом. И он всегда остается с нами, всегда вместе. Мы не чувствуем, что его рядом на сегодняшний день нет с нами. Спасибо. Мы продолжим сейчас разговор с вами. Представьтесь. Черноштан Александр Петрович, компания «Навигатор», генеральный директор, судоходная компания. Судоходная компания «Навигатор», да. Так получилось, что у нас дружба с Константином началась тоже давно. И с такого знакомства Валентин Иванович Аликумов, это хранитель морских традиций в мореходном училище имени Седова. Вот оттуда мы выпустили с ним 4 диска. И вот последний его диск, практически последний. Вот. Чем мне это нравилось, мы тоже это финансировали все. Чем мне нравилось, в этом все время участвовала моя дочка,
младшая Наталья, она пела его песни, исполняла. Поет, да? Да, да. Вот, я подарю вам потом этот диск. Обязательно. И мало того, давайте мы приглашаем, я рукопровожу большой конкурс музыкальный международный, который называется «Донская волна». И мы ищем талантов. Может, ваша дочка примет участие и блеснет с песнями? Вот она, конечно, с удовольствием примет участие уже, ну, как бы, путь выбрала такой, будем говорить, она работает, но это хобби осталось, вот, неплохо. Так, а кто повлиял на то, чтобы это было хобби? Это, да, это мое волевое решение, да, да. Самое главное, я говорю, научилась исполнять колыбельные, значит, теперь все. Назначение основное, да. Ну а так, мы очень часто не проходило ни одного мероприятия, которое наше корпоративного, с новых годов, которое проводил «Навигатор», где бы ни присутствовал Константин. Легкий на подъем, абсолютно, будем говорить, такой бессеребренник, поднялся, приехал, всегда откликался на просьбы, участвовал, был дорогим гостем. И вот у нас такое идет внутри компании, золотой голос «Навигатора», у него, значит, звание, да. Ну а так, «Донской соловей». Конечно, я долгое время не знал, как бы вот все время казалось, что, ну, потом поговорим, все, вот, нам всегда этого не хватает, да. Я даже не знал, что он не, будем говорить, коренной житель. Настолько все это проникновенно, у него есть душой, и особенно вот нашим моменте, это песни, связанные с флотом, воспевание именно труда моряка, труженика, который трудится, именно вот наш край, да, богат моряками. Вот. И Константин, конечно, вот их труд, как никто, вот он подчеркивал, иногда задумываешься, думаешь, ну, действительно, где-то он матросил, наверное, потому что так это «От сигарочка дымится, прогоняя в ночь тоску». Это песня о моряке, это о тоске по дому, по родным. Вот. Не ожидали мы, конечно, что так все это произойдет, оно так, наверное, уже не бывает. Да. Ну, если, конечно, вы верующие люди хотят, то неизвестно еще, что лучше. Здесь ему быть или там, вот, я думаю, что это... Ну, лучше, чтобы здесь. Все-таки. Ну, у меня вопрос к вам такой. Вы два удивительных человека, в том плане, что вы помогали творческим людям. Вот мы, я скажу, что мы искали спонсоров для нашего конкурса и нашли морской порт, кстати, тоже моряки. Резлово, но вы знаете. Да. Вот они оказывают помощь детям, говорят, нам ничего не надо, в отличие от других. У меня были такие люди, которые, да, мы поможем, так, нам реклама там, нам там, всем. Первый. Тысячи конопателей на фирме. И вот только нашли порт, и еще одна фирма там помогает. Вот хотелось бы откровенно, ну, уже всем в возрасте, и откровенно, вот что все-таки, ну, сподвигло вас на то, чтобы помогать? Ну, вы знаете, честно говоря, у меня даже авторские права были, да, вот, да, в то время начинали мы. Потом мы с Костей сели, сказали, ну какие авторские права, да? Есть дружба, которая ничем не замечена, какими авторскими правами, деньгами. Я думаю, что все-таки любого вот к тому, к нему как певцу, как композитору, и то, что он, то есть своими стихами и песнями, то есть проникал в душу. Душа. Можно сейчас, мы можно повторить сегодня кучу, много его изречений, которые будут являться определенным каким-то брендом к чему-то, да. У него насколько он в своих стихах выискивал такую точку, да, вот там, я помню, мы там дружили, я его провожал в гости, мы дружили с мэром города Воронежа Цапиным, и у него Михаил Михайлович был, я их проводил в гостях, и гоню через неделю, Михаил Михайлович, как там дела? Он говорит, да с Костей отдыхаем на даче. И родилась песня «Под Воронежем на даче» в 1908 году. «Мы не горю и мы не плачем, собираем ягоду». Дальше я не буду напевать этот текст, да. Ну, то есть вопрос, он, где он появлялся, там и создавался определенная песня о тех людях, о том месте и все. Я думаю, дружба у нас Саша повела о том, что такому человеку просто надо было помогать. И, честно говоря, мы тогда ему протянули руку, когда ему было очень тяжело. Если честно, еще по-большому сказать. Тогда тяжело было разногласие в творческих каких-то делах. Мы оказались рядом, ну и будем, мы тогда оказались и на сегодняшний день, и когда последний путь провожали, всегда были рядом с ним. Ну, вам большое, вы что-нибудь добавите? Ну, трудно добавить, все объективно Федорович осветил.
трудно что-то добавить. Ну, вот что заставило. Так вот взять быстро. Ковыряться, да. Обкопаться. Вот что заставило помогать? А что? Вы знаете, наверное, ну, как бы это ни звучало сейчас пафосно или нет, это благое дело, да? Благое дело, которое нравится самому. Ну, не дал Бог самому спеть, а вот хочется это, да, когда услышишь это вот доброе, да? Вы видите, хотели, это, чтобы это до людей, конечно, конечно, своего, конечно, да, чтобы, да, они стали лучше. Там, то же самое вот Федор подчеркнул, он говорит, авторские права, там, давай где-то это в продажу пускать. Ну, да. Вот конечно, у меня все эти диски, которые у нас они есть, а мы их просто, вот какие-то мероприятия я сегодня вот принес, просто это расходится по друзьям, это никакой, без проблем, да. Да, вот только из-за такого, что он много еще не успел. Пели то, что он планировал, он же так это творчески к этому всему подходил, много идей, он за столом пока сидим, у него уже на одну и ту же тему, он уже варьировал этими идеями, вот все это поддерживалось, только я считаю, что, наверное, люди, которые смогли создать себя и знать, откуда оно что берется, вот, наверное, здесь, на этом зарабатывать не будут. И реклама не нужна, все знают. Ну вот, на мой взгляд, пока в России есть такие люди, как вы, давайте говорить. Уже мы, к сожалению, говорим хорошие слова. Вот я вот подметил. Мои сверстники уже многие ушли на тот свет. И у края могилы мы начинаем говорить о них замечательные слова. Вы знаете, честно, мы его перетягивали на Донасе, честно говоря. Дали ему кусок земли, оформили. И он уже пытался там продать свою квартиру, вернуться на Дон. Мы ему, Саша, говорили, давай, Костя, надо заканчивать это дело свои там, московские дела, возвращайся на Дон. Откуда выдачу нет, и тут воля у нас своя свободная. И он к этому стремился, потому что, как бы сказать, что остались-то друзья на Дону. В столице нашей Родины как бы мало там друзей. Люди несколько друзей. Замкнутое, да, пространство, и он сюда его тянуло все время на Дон. Ну вот мы не успели выполнить такое обязательство, хотя и земля была, и был у него друг, строитель тоже, я не помню, Саша, как его, он умер, да? Да. Тоже написали с ним диск. Саша, да? Да, с Александром. Александр. Да. И мы хотели ему тут, ну, совместно построить дом, там, вложить, чтобы он остался здесь на Дону. Ну, так, спасибо вам большое. Я думаю, что это наша не последняя встреча, потому что вы очень интересные люди. Достаточно, к сожалению, необычные для наших предпринимательских кругов. И кто-то вообще о духовности, на мой взгляд, должен думать о духовности. Однозначно. О том, что мы, для кого мы все это делаем, строим эти небоскребы, для кого? Для наркоманов или для кого вообще? Мы же должны как-то участвовать в этом, чтобы люди были лучше. Я чем думаю, вы, что каждый из нас вложит другие, более, да, такие, да, обыденные дела, а тут дело творческое. Дело истории. Ну, конечно, необходимо, но мы же должны, и в церкви мало людей, меня это расстраивает, громадный у нас 2-миллионный город, а людей не очень. Дядя Костя был намного очень верующий человек. Да, он в конце жизни. Да, в конце жизни. Ну, с вашего позволения, агентство независимого телевидения вас приглашает, мы сделаем отдельные передачи, скажем, потому что вы интересные, глубокие люди, и то, что мы видим на центральных каналах, к сожалению, мы видим... И мы вас приглашаем в гости к себе. Мы просто видим ужасных просто людей, которые, ну, не знаю, что они могут... Я и артистов имею в виду, и просто людей, которые там за деньги появляются. Телевизор все... Константин Удав. Добрый вечер, дорогие друзья, спасибо. Очень приятно сегодня вас приветствовать в этом зале. Сейчас прозвучит песня старенькая, которой почти 20 лет. Она называется «Левый берег Дона». И далее будут звучать старые и новые песни почти из того же самого альбома. Мы с вами сегодня будем петь вместе. Играй, гармоника, играй. Мы на земле искали рай. И он, казалось, был немыслим отдален. До него рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок.
наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый папирон и вместе левый, левый, левый берег Дона. Пляшем блесны чайки у Задона. Рядом, рядом омуты бели. Мы до них добраться не сумели. Что ты медлишь, не пойму. Скорее прыгай на корму. Эй, катерок, ну что ж ты к берегу прирос? Ты сам, конечно, не ахти, но поскорей затарахти. И пусть концы нам бросит с пристани матрос. Ты сам, конечно, не ахти, но поскорей затарахти, и пусть концы нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона. Плёши, плёсы, чайки у Задона. Мосты, причалы, а потом Ростов растает за бортом, и мы на 45-й линии сойдем. Левый, левый, левый берег Дона. Пляжи, блёсны, чайки у Задона. В двери серьез, пока нащупывал я в рот огромный белый теплоход, тебя совсем в другую сторону увез. Пока нащупывал я в рот огромный белый теплоход, тебя совсем в другому берегу увез. Берег Дона, пляжи, блёсны, чайки у Задона. Рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не сумели. Левый, левый, левый берег Дона. Пляжи, блёсны, чайки. Представьтесь, пожалуйста. Косов Петр Севастьянович, генеральный директор ООО «Агроземинвест». Скажите, пожалуйста,
историю вашего знакомства с Константином Мудрым? Когда это началось? Ну, это 90-е годы, 92-й, 93-й год. Меня пригласили, Костя давал концерт, и, будучи первым заместителем атамана Всевеликого войска Донского, я был приглашен на этот, а потом Костя пригласил в гримерку. Ну вот, состоялась такая дружеская встреча. Теплая, да. Был такой из бутербродов стол накрыт, значит, за который Костя вдруг там объявил нам, что он уезжает, едет срочно в Азов, и он женится. Значит, я сразу все и женится, да. Ну, а к тому времени я, да, где-то вот так было. И я как раз работал заведующим отделом культуры в Аксайском районе. И начал Костя приезжать давать концерты у меня в районе. В частности, в кинотеатре «Родина», я помню, давал несколько концертов своих. Как народ там в те времена к нему очень хорошо относились. Очень хорошо относились. Это еще было до «Левого берега Дона», да? Да, до «Левого берега Дона», да. Ну, он вскоре запел и вот «Левый берег Дона». Ну, вообще, я, наверное, долгое время не знал, что автором Кононов является уже потом. Костя встретились. Не офицер. Не, ну и правильно делал. Да, кто бы, как бы говорится, у Кононова был, никто бы не продвинул эту, вот, только Косте удалось продвинуть замечательную песню. У Ивана гласирующая буква «Р», вот, ну, из всего видно было, конечно, что написал человек, который знал хорошо Ростов, знал наши места, болел душой, вот, но спеть бы так, как Костя преподал всему миру, вот этот, и песню знают только потому, что ее первым спел Костя, вот, в том, да, в том духе, в той манере, которая она была исполнена, это, безусловно... Вот, скажите, я сейчас беседую со всеми друзьями, с людьми, да, близко с нашими Костей, что-то какой-то изюминку, отлично вы подметили в нем? Ну, конечно. Ну, первое, что какая... Он мог... Чем он отличался? Он отличался от всех друзей тем, что он мог неожиданно появиться, так же, как неожиданно исчезнуть. Да. Вот. И появлялся он, как будто мы вчера или только час назад с ним расстались. Он начинал с того, что вот, ну, Петр Севастьянович, вот есть тема, там, так сказать, и быстро начинал с ней. Мало того, мог позвонить в любое время, в 11-12 часов ночи. Ну, правда, он знал, что я не сплю, потому что я в это время тоже находился в движении, где-нибудь там, так сказать, ехал по области, раздавался звонок, я отвечал на те, Костя Мудров, мы начинали обсуждать какую-то тему, могли проговорить с ним час по телефону, обсуждая тему, которую вот этот сам. Думаю, что вот хорошо то, что мы успели выпустить очень хороший диск, с его основой. Материально, конечно, да. Нет, я оплачивал эти самые, оплачивал, конечно. Ну, вам громадное спасибо за это, за понимание необходимости, потому что многие люди, к сожалению, которые наделены властью, они думают, что все и так нормально, все будет, вот человек талантливый. Я песню ему вот заказал и оплатил, которую атаман вот Покрова, да. Это было заказано, оплачено. Он, правда, потом в одном месте сказал Шуводалскому, это тебе, мне, говорит, Пёрси, это вам посвящена песня, я вас давно знаю. Ну, да. А потом сказал, ну, среди друзей все. Определенная хитринка у него была. Да, да, да. Но в этой части мы ему все прощаем. Таланту все прощается, значит, поэтому. Тем более мы это все понимаем. Да, и ему этот самый. Я помню, когда он ко мне приехал во фраке, в черном фраке, в белой рожки с бабочкой, и вдруг сказал, что ему нужны свиньи. Я говорю, Костя, где я за отделом культуры, я свиноводство не занимаюсь. А он говорит, нужны свиньи. Тогда мы поехали срочно в соседний совхоз, еще были совхозы целые, вот, и сняли его среди свиней. Вот свиньи.
начался. Это вот был тоже январь месяц, да. Да, нет, он выпускал календарь. А как раз год свиньи начинался, и вот он, и это, и вот ему нужны были свиньи. Но у вас календарь этот остался? Да, где-то есть, да. Вот среди этот сам. У меня как раз перед этим был большой подарок от Рубашкин. Вот он подарил мне и диск. Ну вот с Костей... Вы общались с Рубашкиным? Ну, конечно, да. Вы уже третий человек, который допрашивает допрос пристрастием по поводу Кости. И такие факты выплывают, что да. Придется делать отдельную передачу. Последняя, вот год назад встреча, мы готовили... Вообще у нас в планах было выпустить еще один диск. Да, вот к этому уже подбирались, Костя готовился, я готовил деньги, он готовил непосредственно песни. Но, к сожалению, вот так оборвалось. Я хорошо помню последнюю нашу встречу в Семибалках. Вот, он был у меня дома, мы сидели на балконе и говорили о звездах. Вот, и это год назад. И даже чуть, наверное, больше лета, ну чуть бы полтора. Вот, и вдруг там спутник летел, он как-то повернулся, Костя, инопланетяне, вот где еще увидишь, только на этой земле можно видеть, мы ж ведь не видим в Москве. Он Костя так, глубоко верующий да, человек. Да, он да. так восторженно об этом говорил, но это говорило о чем? Что не будучи ростовчанин, не будучи донским человеком, он настолько полюбил и почувствовал наш край, что это не каждому удается вот, передать это. Да. Даже да. Вот, отношение такое к донскому краю не у каждого дончака есть. И донца. И вступив, он был хороший друг. Я хочу сказать, что он умел дружить. Вот, умел приехать этот самый. Притом запросто, у тебя что есть поесть? Значит, мы открываем холодильник, что там есть, значит, вытаскиваем то, что есть, начинаем нарезать, так сказать. Этот самый. Вот такой был непосредственно. Ну, он сам такой был, поэтому да. он вот. И к людям так относился. Последние годы он был духовным человеком. Он очень много говорил о таких теологических проблемах, о Боге. Вот, и тоже было интересно его с этой стороны. Он поражал, любил поражать знаниями, которыми, так сказать, может, не каждый располагает в этом части, но вот такие беседы теологические вел. Вас не заразил этим? Нет, ну, у меня как бы свой в этой части путь, и мы по-своему здесь там решали, подошли к этому и к Богу, и к этим проблемам, так сказать, а у него был вот такой вот свой. Но собеседник, безусловно, да. был интересным. Вот. Недавно, вчера я буквально беседовал, сегодня еще раз отзвоню. У него была подруга такая, ну, в хорошем смысле подруга, режиссер Лавкова. Вот. И мы вместе втроем часто общались, и там перезванивали, он, и она его по-настоящему, как говорится, ну, вот как человека обожала. Вот, и она много очень хороших фильмов, тоже не будучи ростовчанкой, она и со мной только 3 фильма сняла, вот, о проблемах Ростова, о выдающемся нашем, вот, о Платове, вот, последняя работа. Я думаю, что Костя, конечно, рано ушел, не все удалось, не все замыслы осуществить. Некоторые остались, а вот она продолжает. Я думаю, что мы с ней еще снимем, и где-нибудь будет и о Косте фильм. Ну, на это мы ставим пока запятую, не точку, а запятую, потому что мы обязательно еще пообщаемся с вами в рамках, конечно, не сегодняшнего события. И ну, да, я сегодня... надеюсь, что вы нам поведаете о Рубашкине и о другом. У вас интересно насыщенная жизнь. Я думаю, что вот мы же живем людьми. И уходит эпоха, а она уходит от нас кусками. Вот такой громадный кусок отвалился. Это Костя Ундров с его творчеством. С его... Конечно, песни будут жить, но еще очень, когда ты знаешь человека, общаешься, он что-то предвносит каждый раз. А Костя постоянно предносил что-то новое в нашу жизнь. Там, безусловно. Пытался ну, нас не будем расстраиваться. Я вот провожу большой музыкальный конкурс. И у нас есть
казачья номинация «Народная песня». И там юные, потрясающие совершенно ребята поют казачьи песни, даже пишут. То есть я думаю, что дело... Да. Но огромную работу да. Зарядков проводит да, его. Да. Ну, это я же на канале мы работаем, да. Вот, у нас потрясающие дети, просто фантастические. В Азове они живут, я рад, что и у нас в Донской области есть вот такие талантливые дети. Мой вот Зарядков попросил меня свести. Я свел Зарядкова, и вот они начали сотрудничать, я не помню. Да. Что-то они записывали вот последние. Последнее ну, время. Ну, последнее, он, наверное, прилетал, его на Паркова да. хотел. А так он да, у меня в студии записывался несколько был, песен. Да. Мы Зреева подарили Зарядкову, ага. теперь поет. Я знаю. Он уже не директор совхоза. И сочиняет. Нет. Ну, у них совхоз, он холдинга крупного был. Нет, ну, он колхоз. Ну, у него тоже почетная, там, большая почетная должность. Но он с любовью относится к сочинительству, песням. Да, и... Не казачий, но красивый. Да, ну, а тем не менее он казак по крови, да, он это знает. Он сейчас музей делает большой в Лопанке. Ну, свяжемся с ним. И с ним свяжемся. Земля круглая. Да, и новую, вот он подарил же эту песню «Офицеры», а вот сейчас, я думаю, мы его, так сказать, соподвигнем на новую песню. Атаман, слава Богу, ура, бьется, листопад, а на город приходишь. Лето осень в станице крадется, по крылам праздник все войсковой. И на спину камни шли рвами, предвкушая рождественский снег. Нелегко нынче быть атаманом, но праведный век. Я сыну давнишние раны, предвкушая рождественский снег. Нелегко нынче быть катаманом, в этот грешный, но праведный век. Зайчик солнечный за курицей заблестит созерцание клинков. И в станицах донских помолятся за походных своих казаков и свою газету. Агентство независимого телевидения. Мы присутствуем на, ну, наверное, на заседании таком, а может быть, собрании дружеском. 40 дней со дня смерти нашего земляка, ну, может, даже не земляка, но творческого, духовного земляка Константина Ундрова. И сейчас поделится своими, может быть, впечатлениями известный телевизионный деятель, с которым мы начинали. Вот он и улыбаться умеет, как выяснилось. Наши карьеры с поездки на БАМ. Помнишь, Валера? 80-е годы. И на поездах ЦК Комсомола мы борозили БАМ и так далее. Есть что вспомнить, есть что рассказать молодежи. Но нечем. Уже почти не говорю, как говорил Жуковецкий. Валер, ну, повод сегодня, с одной стороны, и грустный. А если грустный, а с другой стороны, может быть, и шел человек к Богу. Может быть, это мы еще не знаем, что лучше, жить здесь или жить там. Ну, твои впечатления и какие-то ассоциации с Константином? Ну, с Константином несколько раз мне доводилось работать в одних концертных программах. Я первое, что бросается в глаза, конечно, что человек был не звездный, не то, что как сейчас не там. Не пафосный вот, совершенно, потому что сейчас же звездность определяется чем? Чтобы у тебя был десяток телохранителей, ну, да. Шум гам, всех разгоняют, а вот идет. Да, как у них там называется? Райдер, да? Райдер. Дело в том, что мне просто, честно говоря, хочется сейчас больше говорить о грустном в том плане, что в любой другой стране, наверное, он бы, если бы ушел так рано из жизни, он уходил бы миллионером, потому что сколько раз его песни эти звучали в эфире, и сколько раз музыканты их до сих пор сейчас поют там по ресторанам и по концертным площадкам, наверное, всей страны, и человек ушел вот так незаметно, честно говоря, мне порой просто становится от этого страшно, и я... Ну, подожди, Валер, а Моцарт? Не забывай, он ушел, и благосостояние было похуже, чем Ундрова. Согласен, но просто мне, честно говоря, все равно кажется, что вот те люди, которых мы каждый день видим по телевизору, без которых не обходится ни одно предновогоднее представление, и которые имеют гонорары в десятки тысяч долларов,
и да. живут в Майами и отдыхают туда, ездят как Нет, себе домой, честно говоря, а чем они это заслужили? Мне порой самому порой вот бывает стыдно, что я когда вижу какой-то сюжет по телевидению, что там народный артист там Союза или какой-то известный там певец уходит из жизни, и я вижу, что он живет хуже, чем я. Вот мне, честно говоря, просто я артисты, в шоке от этого. Артисты, да мне, кошмар, мне да. стыдно от того, что я живу лучше, чем они, потому что я ничем этого не заслужил по сравнению с ними. Да. Наоборот должно быть. Они столько сделали для страны, столько ей принесли денег, в том числе да. и... Дорогие друзья, я горлом пошло, как говорится. Да. Вот так. Поэтому, Валера, я тебя выдерну, хотя ты сильно занятый человек. Ты ведешь и концерты, и мероприятия торжественные различные. Ну да, но там я про веселые вещи говорю, да, в отличие от сегодняшней Нет, встречи. Я к тому, что ты очень человек занятый, но я думаю, что мы найдем, я с тебя беру слово, хотя ты еще ничего не говорил, но по-любому. Потому что то, что ты говоришь, это очень важно, и, к сожалению, это понимают очень немногие люди. Даже творческие люди, немногие. И мы поговорим развернуто на эту тему, о нашей жизни и о том, что творится у нас и об отношении к величайшим людям, которые, к сожалению, и киноартистам, и особенно это ужас. Люди были кумирами всей нашей страны, и в нищете, в горе, одинокие уходят из жизни. Да, но что касается сегодняшней темы, то я хочу сказать, пусть земля будет пухом Константину. Я думаю, что он, как вы правильно сказали, может быть, по факту своего рождения не является ростовчанином, но для пиара нашего города он сделал столько, сколько, наверное, никто. Потому что, действительно, это был человек очень такой светлый, не пафосный, совершенно выходил на сцену, если его встретишь вот так в жизни, а не на сцене там, никогда вообще не подумаешь, что это артист, что он певец, что он там вообще что-то написал. Просто совершенно вообще человек... Не знаю, совершенно земной, и у меня о нем самые приятные воспоминания, потому что мы несколько концертов вместе работали, было очень приятно. Ну, Валера, я посоветую, ну не посоветую, пожелаю, наверное, тебе не менять своих взглядов. Да уже поздно, наверное, уже поздно. На нашу жизнь творческую, творческих людей наших. И мы обсудим как раз эти взгляды в одной из программ агентства независимого. Хорошо, принимаю это как приглашение. Да. Мне уже много лет, уже в этом году 52 года будет. Я не верю, конечно, этому, но... Опять хрустят стручки акации под ногами и продают повсюду раков и тарань. Как я люблю в Ростове мусорить деньгами! Эй, командир, гони в Нахичевань! В Нахичеване, в Нахичеване у дяди Гриши и тети Ани есть то, с чего меня бросает жар. Прекрасный всех принцесс земного шара, меньшая дочь царки Тамара.